Последний день Всероссийского фестиваля «Время кино» завершился кинобатлом в формате ток-шоу в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. В дискуссии приняли участие киноведы, продюсеры и кинокритики. На протяжении трех дней они проводили лекции, мастер-классы для заинтересованных киностудентов. И в завершение собрались, чтобы вместе ответить на главный вопрос. Какое же кино нужно зрителю сегодня? Прежде всего, вдохновение. Кино должно давать вдохновение зрителю. Кино должно объединять наше общество, объединять семью, улицу, двор, город, страну. И если кино это удается сделать, да, то есть это его основная такая сверхзадача, миссия. По мнению Алексея Петрухина, продюсера кинокомпании «Русская фильм-группа», кино должно образовывать и меньше развлекать. Позицию защитника массового кино, главной целью которого считается именно развлечение, заняла Вероника Скорихина, кинообозреватель телеканала «Россия-1». А киновед Евгений Майзель вообще выразил мысль о неделимости кино. Каждая картина должна иметь право быть снятой, показанной и оцененной, считает кинокритик. Я думаю, что реальность этот вопрос уже решила. Зрители существуют самые разные. К счастью, никто не принуждает никого смотреть то, что ему не хочется. Ну, как правило, если только это не профессиональная обязанность. Поэтому и кино существует разное. В конце концов, все сошлись в одном мнении. Зрителю нужно разное кино. И он сам вправе решать, что смотреть сегодня вечером. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.